Так, звук вроде пофиксил. Как слышно, мне напишите. Так, не было звука. Значит, сегодня лайв-сессия. Рум Чику, NL50, NL25, 6,9 макс. Буду отвечать на ваши вопросы. Рассказывать логику принятия решений свою. Вот. И, в принципе, поиграем 3-4 стола. Посмотрим, как пойдет. Так, значит, есть хорошие составы. Так, тут фолд, здесь фолд. Так, придется один столик нам сейчас поменять. Наверное, вот этот. Появился стол лучше. Все, спасибо, ребята. Я понял. Так, ну, буду комментировать свои действия и, в принципе, задавайте вопросы, расскажите о том, в каких лимитах играет, что вам интересно, возможно, узнать. Так, таймбанк на Чику очень маленький, поэтому приходится решение быстро принимать, иногда не успеваю. Карта будет уходить в пас. Так, туз король. Со всех позиций я открываюсь 2,5 ББ, и с СБ открываю 3,5 ББ. Такая стратегия. Так, здесь оппонент уже чекрейзил до этого, поэтому я сыграю чек-кол. Здесь минимальный лимит NL10. Ставит бэкпот. Бэкпот. Бэкпот — это серьезно. Сползу. Сползу. Будут лучшие ситуации. Стэк у него маленький, то есть тут, в принципе, нечего. Нечего тут колировать.